Идем. Добрый день. Привет. Сколько до Кристиан-Гартнер-штрассе? Где-то 25 евро. Я заплачу 50, но ты мне после этой поездки отсосешь. И чтобы девочка видела, идет? Совсем плохой. Я что, похож на педика? А ну топай, у меня дома пятеро детей. Круто. Можно не подыгрывать? Можно. Кристиан-Гартнер-штрассе, почем? Около 25. Ладно, даю 50. Ага. 25 за поездку, ага. И еще 25, если сделаешь мне минет. Только очень нежно. И чтобы дама видела, годится? Ну даешь. Ты пошел ты нафиг, мужик. Без обид. Ладно. Здрасте. Кристиан-Гартнер-штрассе. Сколько платить? 25 евро. И еще 25, если сделаешь мне минет. И только нет. Очень нет. Хорошо. И чтобы вот эта дама видела. Совсем идет. А, ну надо же, никто не соглашается. Так. Да, Кристиан-Гартнер-штрассе. Сколько возьмешь? 50 евро. 50? Я дам тебе сотню. Но за это ты медленно проедешь мимо своих коллег и помашешь им ручкой. С улыбкой от уха до уха. Годится? Садитесь.